Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня у нас свидание, и сегодня мы с вами будем разговаривать про квантовые техники, про квантовые практики. Сегодня я вам дам информацию про закрытый клуб, кто не знает, и приглашу вас туда. И сегодня вы себя, возможно, познаете совершенно с другой стороны. Вы что-то новое узнаете в себе. В нашей школе, в школе психологии Юлии Бударевой, существует закрытый клуб. Он существует уже несколько месяцев. Закрытый клуб – это такое сообщество, в которое мы приглашаем всех желающих людей, где я даю практики, которые не даю на общих каких-то курсах, на общих вебинарах. Мы там изучали очищение матрицы, изучали, что такое матрица, матрица тела, матрица души. В закрытом клубе мы делали несколько уроков по обучению эмоционально-образной терапии, чтобы вы сами могли себе помогать или помогать своим близким. И это направление мне очень близко. Я именно через эмоционально-образную терапию вот создавала свой авторский курс «Метод осознанных трансформаций», то есть там прям очень много взято из эмоционально-образной терапии, то есть именно оттуда. И эта техника очень легкая и очень действенная, то есть не техника, а направление работы в психологии, эмоционально-образная терапия, очень рабочая, очень действенная. Я хочу прям сделать курс на, может быть, месяц-полтора обучения для вас, чтобы вы могли работать как психологи, чтобы вы могли выводить себя из разных состояний, чтобы вы могли понимать, что с вами происходит. Потому что это прям уникальная, вот универсальная такая технология, такое направление в психологии. В закрытом клубе мы делали разные практики, и вот сейчас несколько месяцев мы работаем именно в квантовом поле, именно квантовыми техниками. То есть эти техники для тех, кто хочет что-то большее, потому что сейчас, я уже говорила об этом на духовном портале и говорила где-то в открытых источниках, начался переход. То есть с прошлого ноября, с ноября 2021 года начался переход. Люди стали по-другому себя чувствовать. И вот этот хаос, который происходит сейчас на Земле, это тоже для того, чтобы совершили мы, люди, переход. Но об этом можно, мы можем поговорить на других каких-то направлениях, на других каких-то курсах. Ну, например, как на духовном портале. О нем я тоже буду рассказывать вам и буду рассказывать, чем мы занимаемся. И вот квантовые техники сейчас во время перехода настраивают наше тело совершенно на другую работу. Например, сейчас, вот в этом месяце, сентябрь, октябрь, у нас эволюция тела, то есть перестройка нашего тела, потому что сейчас идет эволюция на Земле. Мы, находясь в собственном теле, находясь здесь на Земле, эволюционируем, то есть мы настраиваемся на другие вибрации, мы начинаем по-другому видеть мир, у нас открываются некие способности, которые были закрыты для людей 20-30 лет назад, 100 лет назад и так далее. Мы становимся индивидуальной личностью, то есть мы отделяемся от своего рода, мы становимся уникальными, мы открываем свою уникальность и индивидуальность. Мы разговариваем в закрытом клубе, что такое центр мира и как поставить себя в этот центр мира и что он даст. Потому что когда мы чувствуем себя огромной душой, когда мы раскрываем свою уникальность, когда мы ставим не кого-то в центр мира, а себя, мир начинает крутиться вокруг нас, и все блага этого мира даются именно нам. И мы делаем практики именно на это. И вот сейчас, сентябрь-октябрь, у нас тема эволюция тела через акупунктуру. То есть существуют акупунктурные точки, вы все знаете, существуют каналы энергетические. Восточная медицина об этом давно уже говорит. Наша европейская медицина это долго не признавала, но сейчас уже вот в этом направлении все работают. Если
Ну, например, в 1985 году у меня есть профессор, знакомая нетрадиционной медицины, ее отправили в Китай в 1985 году учиться нетрадиционной медицине. Она училась иглоукалыванию, мануальной терапии, привезла сюда, в Россию, эти учения, эти знания. То есть тогда это, ну, воспринималось как что-то такое, ну, добавочное к лечению, да, к нашему там советскому, нашему традиционному лечению, то сейчас уже в каждой больнице можно встретить иглорефлексотерапевта, мануального терапевта и так далее. То есть наша европейская медицина признает то, что существует энергия, существуют точки, на которые можно воздействовать и менять это тело. И вот наши энергетические каналы с вами забиты, закрыты разными программами, разными какими-то заблокированными чувствами. Мы не чувствуем себя богами здесь на Земле, мы не можем раскрыть свою индивидуальность, потому что много чего закрывает в нас это. И вот мы идем, мы раскрываем, мы запускаем вот эти каналы, мы запускаем, чтобы органы по-другому работали, потому что наши внутренние органы напрямую связаны вот с этими точками, акупунктурой и так далее. То есть мы через какие-то магические действия, через квантовую физику, через квантовые практики мы перестраиваем свое тело. Что такое квантовая физика? Ученые, ученые, которые изучают квантовую физику, говорят о том, что мы все состоим из атомов, молекул, то есть мы частицы. И мы можем, вот эти частицы, мы складываемся в одни, почему мы одинаково выглядим, почему у нас болячки не уходят, мы не можем убрать. Потому что у нас есть некие программы в нас, мы с вами складываемся в одно и то же каждый день, потому что нами управляют вот программы. И мы с вами эти программы тестируем, много убираем, много чего прорабатываем. То есть вы знаете, что такое установки, что такое программы, что такое паттерны поведения. А квантовая физика говорит о том, что когда мы наблюдаем за предметом, предмет начинает, вот эти вот частицы, атомы, молекулы, кванты начинают по-другому себя вести. Было проведено огромное количество исследований совершенно в разных лабораториях мира, и всегда был один и тот же результат. Пока человек не наблюдает за мельчайшими этими частицами, фотонами, то они ведут себя вот так. Только человек начинает за ними наблюдать, то есть фотоны свое движение меняют, подстраиваются именно под этого человека. То есть мы своим присутствием, мы своими мыслями, мы своим полем, своей энергетикой можем влиять на этот мир, что мы с вами и делаем. Поэтому вот с точки зрения квантовой физики наш мир – это огромный источник потенциальных возможностей. Это некое поле, из которого состоит наше тело, наш разум, вся Вселенная. Это универсальное поле, состоящее из энергии и информации. Вот сегодня именно с этим полем мы будем с вами знакомиться. Возможно, вы впервые его почувствуете. И это поле, которое находится вокруг нас, мы создаем его, оно постоянно меняется, и оно ежесекундно преобразуется во что-то новое. И вот эти вот эксперименты в 20 веке, про физические эксперименты с субатомарными частицами, фотонами, еще раз повторю, было обнаружено, что наше наблюдение, наше присутствие, и когда мы наблюдаем, меняет движение вот этих субатомарных частиц фотонов. Вот человек на что фокусирует свое внимание, вот то можно изменить. Вот это реагирует. Все, что нас окружает, состоит из атомов, молекул, квантов, мельчайших частиц. Кресло, одежда, мебель. То есть мы можем менять состояние даже плотных предметов. Я сейчас готовлю курс по квантовому обучению, чтобы вы могли работать в квантовых полях, чтобы вы могли исцелять людей и себя, чтобы вы понимали, что это такое, и чтобы это было понятно каждому человеку, что такое квантовая физика, что такое квантовое исцеление и как работать на квантовом
уровне. То есть я это готовлю, я это вам предложу через несколько месяцев, и каждый человек сможет понимать и сможет работать вот с этими частицами и понимать, как мы можем изменить себя, мир вокруг себя, то есть каким образом мы можем эволюционировать здесь. И вот я рассказываю про то, что у нас есть закрытый клуб. В закрытом клубе мы несколько месяцев подряд работаем именно квантовыми техниками. Мы уже работали с ДНК, мы с вами умеем преображать внутреннюю воду и преображали ее. Сейчас работаем с акупунктурными линиями. Что дает вот участие в закрытом клубе? Закрытый клуб, участие в нем месяц, ну или вступление в клуб стоит 5000 рублей. И дается доступ ко всем урокам, а там их очень много. Если вы заплатили 5000 рублей, то дается 30 дней доступ вот с того момента, когда вы вошли в закрытый клуб. То есть за 5000 рублей вам дается огромное количество уроков, огромное количество направлений, которые мы проходили. И 30 дней вы можете смотреть без ограничений. Все участники клуба имеют право на скидку 10 или 30% от полной стоимости. То есть те курсы, которые у нас проходят, мы всегда пишем, для участников закрытого клуба цена вот такая. Для участников закрытого клуба цена такая. Она всегда ниже, чем для других участников, даже если есть скидка. Два раза в месяц в закрытом клубе проходят занятия. Это живые курсы или в записи. Но чаще всего живые, мы встречаемся по субботам. Все это доступно участникам клуба. Скидка для участников закрытого клуба действует также на групповые консультации, на 5-7 человек, если мы будем собирать какие-то групповые, небольшие, индивидуальные занятия. Доступ к закрытому чату в Telegram, то есть там задавать вопросы можно, я буду отвечать. И если вы являетесь участником клуба 3 месяца, то есть ежемесячно по 5000 рублей оплачиваете, то вам начисляется, помимо того, что вам даются уроки, все открываются, помимо того, что вам дается скидка на все курсы, которые сейчас идут, вам начисляется 1000 бонусов, то есть это 1000 рублей. Если вы являетесь участником клуба 6 месяцев, то вам начисляется 3000 бонусных рублей. И эти деньги вы можете потратить на покупку, это внутренние деньги, эти бонусы, вы можете потратить на покупку любого курса, какого захотите. То есть вы ничего не теряете, очень много приобретаете. Я вас приглашаю в закрытый клуб. Там много всего интересного. Если вам интересно вот эти направления, которые мы проходим, а там вот я с самого начала рассказывала, какие направления мы уже проходили, какие уроки у нас сейчас идут, и в октябре месяце мы еще будем акупунктурой заниматься и будем работать с энергиями. Ну, то есть очень интересные занятия, очень интересные практики проходят, поэтому я вас приглашаю. Про квантовую физику, про квантовые практики я прям сделаю отдельно вебинар, мы будем с вами разговаривать, я вам буду показывать эксперименты, что это такое. А сегодня я бы хотела, чтобы вы погрузились в этот мир, в это поле квантовое, которое нас окружает. Вот нам кажется, что мы тело и тело, плотное и плотное. Там вот кружка твердая и твердая, да, у нас. А вот кресло вот такое, там сережки железные, не погнешь их и ничего не сделаешь. То есть вот имеет какую-то форму. Но на самом деле мы своим вниманием можем влиять на все, что угодно. Мы состоим с вами из мельчайших частиц. Мы можем в один момент стать здоровыми, мы можем в один момент изменить полностью свою внешность, мы можем в один момент изменить полностью свою жизнь и всю реальность, которая нас окружает. Но важно понимать, как это делать, что такое поле квантовое и вообще из чего это состоит. Поэтому я предлагаю вам вот с этим прямо сейчас поработать. Если у вас будут какие-то вопросы, то вы задавайте. Я готова отвечать на эти вопросы. Если вам непонятно что-то про закрытый клуб, то обязательно пишите в чат, мы ответим.
Приходите, там прям практики вот именно для нашей школы, именно для учеников нашей школы. Ну, то есть не для всех людей, которые не понимают вообще, чем мы занимаемся, которые начинают только с азов, там начинают дышать, начинают чувствовать только свою энергию, а вы уже продвинутые пользователи своей психики, ментального поля, энергетического поля, то есть вы уже здесь обучаетесь, вы уже проходили какие-то курсы или проходили бесплатные какие-то разные вебинары, мастер-классы, поэтому вы уже понимаете, вот про что я говорю. И это именно для продвинутых пользователей. Те, которые хотят глубже уйти и получить более серьезные результаты. А не, ну, никогда мы в самом начале приходим, мы еще только учимся себя чувствовать, учимся там что-то понимать, учимся там что-то, ну, не знаю, там что-то видеть, соединяться там со своим высшим я, что такое высшее я и так далее. Я думаю, что вы все это все знаете. Поэтому приходите, даю такие очень серьезные, глубокие техники на закрытом клубе. Ну, например, как вот сегодняшняя медитация. Садитесь удобно, закрывайте глаза. Сделайте вдох и на выдохе выдохните все напряжение. И я предлагаю сейчас провести технику и почувствуйте, что же такое поле, чем наполнено наше поле. Положите руки на колени ладонями вверх. Закройте глаза. Расслабьтесь и просто почувствуйте свое тело. Почувствуйте свое тело, почувствуйте свои руки, почувствуйте свои ноги целиком, целиком все тело почувствуйте сейчас и с руками, и с ногами, и с туловищем, и с головой. И сейчас вы можете почувствовать, как вы становитесь все более и более разряженным. Вы соединяетесь с молекулами стула, на котором сидите. Вы начинаете растворяться в пространстве. Вы становитесь более разряженным, нежели ваше тело в реальности. Вы не можете ощущать все сигналы, которые есть вокруг вас. Все сигналы, чем наполнена Вселенная. Потому что на сегодняшний момент, прямо сейчас, вы можете видеть только свет, а слышать только звук. И сейчас вы можете прислушаться к звукам вокруг вас, ко всем звукам. Можете прислушаться к какому-то одному звуку, выбрать один звук, четко выделить его, и тогда все остальные звуки станут едва различимыми. А можете услышать все пространство вокруг вас, все шумы, даже если они очень тихие и далекие.
Вы понимаете, что все пространство, и вы в том числе, состоите из атомов, нейронов, протонов, электронов. И через ваше тело, через вашу голову проходят миллионы телефонных разговоров. Со всех сторон несутся некие вибрации слов, звуков. Сквозь вас проходят картины телевизионных новостей. Они транслируют картинки через ваше пространство. Услышьте, почувствуйте, увидьте сигналы радиосообщений, которые проходят через вас. Вы это можете не воспринимать своим телом. Но сейчас, когда вы разряжены, когда вы пространство, вы можете ощутить их и представить, как это происходит. В обычном состоянии вы не воспринимаете это, поскольку нет резонанса между частотами и атомами. Это излучение, которое проходит через вас. Огромное количество разных-разных излучений. Почувствуйте это. Но если есть некий резонанс, вы начинаете немедленно реагировать на это. Например, когда вы вспоминаете о близком человеке, который только что подумал о вас. Если вы сейчас начнете думать о каком-то человеке, вы обязательно почувствуете его пространство, его вибрации, его эмоции, его настроение. Вы почувствуете резонанс с этим человеком. Вспомните сейчас кого-нибудь из ваших близких. А теперь представьте, что где-то сейчас очень сильно ругаются люди. Возможно, это кто-то из вашего ближнего окружения, соседи сверху или снизу. Возможно, кто-то на улице. И их вибрации вы тоже можете почувствовать. Потому что это есть в вашем поле. Почувствуйте и посмотрите, как изменится сейчас ваше состояние. А теперь подумайте о том, что есть люди за стеной, соседи, которые о чем-то думают постоянно, так же, как и вы. И теперь вы можете почувствовать в этом пространстве чужие мыслеформы. Это маленькие, болтающиеся, странные существа. Это так представляет, возможно, наш ум. А вы можете увидеть по-другому, в виде волн, вибраций, движений частиц. Постарайтесь увидеть и почувствовать чужие мысли и формы.
А сейчас подумайте о том, что есть огромное количество монахов, которые молятся. И неважно, православные это монахи, католические, мусульманские или буддийские. Просто почувствуйте их поле. Почувствуйте, как они вибрируют, когда читают мантру, когда читают молитву, когда разговаривают с Богом. И это тоже вибрации. Это определенного уровня волны. И вы можете войти в резонанс с этими полями, с этими вибрациями, с этими волнами. И теперь в этом благостном состоянии поблагодарим, давайте, монахов, поблагодарим своих соседей, поблагодарим себя. Сделайте вдох, выдох, можете возвращаться. И вот сейчас вам стало понятно, что мир состоит из информации, из волн и энергии, которые в обычном состоянии нам кажется, мы не чувствуем. Но это только кажется на самом деле. Эйнштейн сказал, что единственная во Вселенной реальность – это поле. Подобно тому, как волны являются творением моря, все явления тела, планеты, галактики – это все творение поля. То есть мы являемся одним огромным полем Вселенной. Но у нас вот так складываются частицы, вот в такое физическое тело. Там кресло складывается вот так, собачка складывается вот в такое. Но мы все это поле, радиоволны, энергии, электричество, мыслеформы, тело. Мы все единое поле, мы все есть единая Вселенная. И когда я буду проводить большую, ну, какой-нибудь большой вебинар по квантовой физике, по квантовым полям, по тому, как с этим работать, мы с вами разберем, как из этого поля создается материя. То есть вот наше тело, вот эта собачка, кресло, кружка. То есть как сила управляет движением этой материи. И как мы можем менять все, что вокруг нас происходит, просто своим присутствием, просто влияя на эти поля, на эту энергию, на эти молекулы, на эти частицы. Для меня важно было сейчас, чтобы вы это почувствовали, что вы не просто тело, не просто едите, спите, что-то там еще делаете. Вы энергия, божественная энергия, энергия Вселенной. Вы находитесь в этом поле, и вы можете брать из Вселенной все, что захотите. Вы можете преобразовывать, преобразовываться сами, меняться, эволюционировать, настраиваться на другую жизнь, на другие реальности. Все это возможно. Я всему этому буду вас обучать. То есть я готовлю такой курс. А сейчас, когда мы занимаемся вот этими квантовыми практиками в закрытом клубе, то я вас туда приглашаю, потому что закрытый клуб дает очень много привилегий, очень много бонусов и еще очень много изменений в вашей жизни и в вашем теле. Даже если вы там что-то не будете понимать или чувствовать, там я работаю с вашим полем. Через свое поле влияю на ваше поле. И то есть, а мы есть все единое поле, и вы начинаете меняться. Самое главное – выразить намерение.
Друзья, я вас благодарю. Надеюсь, что я немножечко вас расслабила, немножечко подтолкнула вас каким-то действием или мыслям в направлении квантовой физики, направлении того, как мы меняемся, из чего мы состоим и кто мы вообще есть на этом свете. Подумайте, посмотрите, почитайте что-то. То есть даже если вы будете на эту тему думать, если вы будете медитировать на эту тему, то вам будут приходить знания и понимание, как это происходит. На сегодняшний момент это очень важно. Получать новые знания и очень важно меняться. Менять свое тело и свою жизнь. Я вас благодарю, желаю вам хорошего вечера, до свидания. Если будут вопросы, то пишите в чат. Всего вам хорошего.